Последние годы в области прикладной математики, особенно в компьютерах, очень важное значение приобрела двоичная система счисления. Автор двоичной арифметики в истории науки доподлинно известен. Это известный немецкий математик Лейбниц, который в 1697 году разработал правила двоичной арифметики. Лейбниц, однако, не рекомендовал двоичную арифметику для практических вычислений вместо десятичной системы, но подчеркивал, что вычисление с помощью двоек, то есть нуля и единицы, вознаграждение его длиннот является для науки основным и порождает новые открытия, которые оказываются полезными впоследствии даже в практике чисел, а особенно в геометрии. В то время как система счисления с основанием 10 требует 10 цифр, включая 0, для двоичной арифметики необходимо всего два символа – 0 и 1. В двоичной системе арифметические операции особенно просты. В двоичной системе не существует таблицы сложения, которую нужно было бы запоминать, так как перенос в старший разряд начинается с 1 плюс 1 равняется 1, 0. Например, сложим два числа – 1, 1, 1 и 1, 0, 1. При сложении двух единиц получается число 1, 0. Запишем 0, а единица пройдет в следующий столбец. Опять складываем две единицы и опять получаем число 1, 0. Опять записываем 0, а единицу переносим в следующий столбец. А в последнем столбце уже есть 2 единицы, в результате сложения которых получится число 1, 0. Прибавим к этому числу еще единицу и получим число 1, 1. Так в результате сложения двух чисел получается число 1, 1, 0, 0. Вычитание производится так же, как в десятичной системе, не задумываясь о том, что теперь в случае необходимости нужно занимать из столбца слева 2, а не 10. В двоичной таблице умножения единственный результат, отличный от нуля, соответствует 1 умножить на 1 равняется 1. Каких-нибудь других табличных произведений, требующих запоминания, не существует, так как любое целое число больше единицы в двоичной системе, по крайней мере, двузначно. Умножение столбиком выполняется без труда, так как необходимость переноса в старший разряд отпадает за исключением сложения частичных произведений при получении окончательного ответа. Однако за эту легкость приходится платить большим числом знаком при умножении даже небольших чисел. В компьютерах двоичная система особенно удобна тем, что двоичные цифры соответствуют тому, что электронная система может находиться лишь в одном из двух состояний. Либо выключена цепь разомкнута двоичная цифра 0, либо включено цепь замкнута двоичная цифра 1.